В Краснодаре сегодня прошел ежегодный съезд Ассоциации фермеров. Собрались на него более 300 сельхозпроизводителей со всего края. Одной из важных тем стали меры господдержки. По словам Вениамина Кондратьева, в этом году регион сохранил все выплаты на уровне прошлого года, а также дополнительно предусмотрены средства на развитие ЛПХ. Кроме того, более 1 миллиарда рублей сельское хозяйство края получит из федерального бюджета. Все эти средства пойдут только туда, где эффективно работают, где есть реальная отдача, где есть реальный результат. Просто так делать господдержку ради господдержки никто не будет. Вот ответные ваши действия – это реальный результат в области агропромышленного в целом комплекса, каждый в рамках своих направлений. Кстати, нам нужно на каждый вложенный рубль, в том числе и вам, нужна конкретная налоговая отдача. Так не бывает. Просто деньги в землю никто тоже зарывать не будет. И если вы покажете экономику, на следующий год мы еще больше увеличим поддержку. В прошлом году фермеры произвели сельхозпродукции почти на 60 миллиардов рублей. За ними треть всего кубанского зерна и подсолнечника. Это выше уровня предыдущих лет. Всего же сегодня в крае насчитывается более 14 тысяч фермерских хозяйств.